Новое нижнее белье, это сток, марка C&A. Мужские боксерки, размер указан 2XL. Так, далее здесь XL, тоже мужские трусы, боксерки. Я думаю, мужских трусов, мужского нижнего белья здесь будет больше, чем женского. Но сейчас посмотрим. Размер 2XL, лоб небольшой, всего лишь 3 килограмма весит. Так, тоже вот боксерки, да, подростковые, скорее всего, потому что рост указан 176 сантиметров. Давайте посмотрим ко состав. 95% хлопка, 5% эластана здесь указано. А далее тоже, кстати, вот мужские трусы. Здесь 5 штук, размеры средние М. И что касается состава, если кому интересно, это 100% хлопок. Так, это боди, наверное, да, или как утягивающее белье даже. 95C. Размер достаточно большой. Так, майки. Майки. Размеры, я так понимаю, маленькие. Сейчас скажу, какие именно размеры. Это М, то есть средний, примерно 46-й, наверное, российский размер. И здесь у нас размер вроде побольше. 2XL. Женские майки. Так, это трусы женские. Размер XL. Так, тоже вот женские трусики. Их здесь несколько штук, 4 всего. Что касается размера, сейчас найду бирку. Пока не вижу, но похоже на М-ку. А, нет, это S-ка. Все-таки S-ка. Размеры маленькие. Хотя вроде как больше на М-ке похоже. Так, 100% хлопок. Это мужские боксерки. L-ка и 3XL. Далее трусики. S-ка. Две штучки. Размеры маленькие. Так, вот первый бюстгальтер из этого лота. Напоминаю, лот у нас маленький, всего лишь 3 килограмма весит. Размер пока не вижу. Европейский 80А. То есть размер небольшой. 80А. Так, трусики здесь их женские трусики. Несколько штук. Размеры средние М-ка. Да, М-ки. 3М-ки. Еще один бюстгальтер. Марка Дарина. Размер 75B указан европейский. Это уже мужские трусы. XL. Размер большой. Женские трусики. L-ка. В основном, как видите, трусы. Да, бюстгальтеров практически нет. Ну, это, наверное, все-таки стринги уже. Размер L. Так, женские трусики большого размера, L-ка. Далее, тоже вот женские трусики. Все-таки ошибся я немножко, мужских не так много, они есть, примерно 50 на 50, или женских все-таки больше здесь. Так, 75B указан размер, вот еще один бюстгальтер, правда маленького размера. Опа, вот пошли бюстгальтеры. 75B. Две штучки здесь. Так, далее трусики женские. S-ка, по-моему, да. S-ка размер маленький. Так, далее. Тоже вот женские трусики, правда, большого размера. L-ка. То есть примерно 50-е, наверное, скорее всего. Стринги маленького размера, XS. Так, мужские, по-моему, трусы, да. Размер указан L. То есть примерно 50-й получается российский размер, это бюстгальтер небольшого размера. Так, 80B. Мужские трусы. Женские. XL. Так, это что такое? Ух ты. Это огромное трусище, размер указан 6XL. 6XL. Ну вот футболка же была у нас мужская в каком-то лоте, там как раз 6XL, вот трусы. Правда, футболка мужская, хотя это тоже. Но можно кого-то одеть, имею в виду. Среднего размера трусы, М-ка, бюстгальтер. 90B указан размер. Так, ну и последняя вещь из этого лота, это стринги. Кстати, их было очень мало, практически не было. Размер XS.
И на этом все.